Всем привет! С вами Валерий, вы на канале Валерий Хауса, и у нас очередной бесплатный инди-проект под названием The Backrooms Games. Вот. Я так понимаю, это какой-то типа лабиринт, что ли. Мы будем здесь бегать, искать выход. Вот наша главная задача. Ну и в стиме метка этой игры инди-хоррор, в принципе. Не знаю, посмотрим, что оно из себя представляет. Вот. Отзывы вроде как положительные, но я уже боюсь верить этим отзывам. Так, давайте. Игра на английском. Давайте начнем. Так. Смотреть 30 секунд. Что-то там, по-моему, было написано. И типа не оглядываться назад, что ли? Don't look. Так. Если это типа загрузка или что это? Ой, что-то уже звуки какие-то непонятные. Так, мы очутились. Ой, что с этой стеной не так? Мы очутились, видимо, в лабиринте. Ну давайте пойдем. Можем бегать, прыгать мы не можем, садиться мы не можем. Только бегать. Короче, как-то так. Одни стены кругом, стены и проходы. Кого-то заливает, видать. Кого-то потоп. Ладно. Бежим дальше. Это черная точка. Бежим дальше и... Наша главная задача, короче, найти выход. Бежать, искать выход. Звук как в трансформаторной какой-то. Так. А здесь, смотрите, какое-то свежее пятно. Симулятор разглядывания пятен на потолке. Окей. Так. Стоп. Звук вроде усиливается. Погоди. Как какой-то трансформаторный находимся. Не знаю, какие столики бы хотя бы поставили, не знаю, то. Что-то одно и то же, куда бежим, вообще без понятий. Прямо нам бежать ли? Или что? Что-то с текстурами тут не так, да? Похоже. Что-то какие-то непонятные или так задумано. Это что такое? Все равно прыгать не можем, чтобы туда забраться. Ой. Пол двигается. Все остановилось. Вы это видели? Это меня приглючило. Тихо. Стопы, опять пол куда-то поехал. Стены двигаются. Что происходит? Мне эти звуки не нравятся. Тихо, это лампочки лопаются. What the fuck? Что это за херотень сейчас было? Что это сейчас? Ну окей. Это воет какой... Монстр какой-то воет, что ли? Или что это? Кто воет? Тихо. Прекращай. Воу. Что с экраном-то? Что происходит? Твою мать. Неприятное ощущение, слушайте, с этими звуками. Нам херово или... А что с экраном-то? Нам походу херово, нет?
Ну, в принципе, если бы я в реале оказался здесь же, у меня бы тоже было херово. Это психодел. О, темная комната. Тихо, прекращай. Звук нагнетающий вообще просто. Реально от такой игры может заболеть голова. Начаться эпилепсия. What the fuck? Фонаря у нас нет. В смысле? Воу! Что про... Это все? Дистанция 154, что-то... 4 минуты. В смысле? Я что-то не понял вообще, в чем проблема была, вообще, что случилось. Я сдох? Я типа не нашел выход, я сдох, да? Допустим, ладно. Сейчас попробуем еще раз. Будем бежать и бежать. Бежать куда-нибудь. Окей, побежали. Не останавливаемся, бежим. Бежим налево. Бежим налево. Придерживаемся левой стороны. Да. Окей. Мы, короче, куда-то к чему-то приближались, по-моему, да? Я так понимаю. И под этим давлением мы сдохли, что ли? Или с ума сошли? Что-то, короче, с этим, с главным героем случилось, непонятно. Ладно. Пока что все спокойно. Короче, я так думаю, вот эти вот неполадки с текстурами, типа, это так задумано. Сделать так, чтобы казалось, как какая-то психоделика, что ли. Типа, чувак у нас ходит с ума. В чем суть игры-то, интересно? Из прочитанного, короче, описания я понял, что нам надо найти выход. Так, началось. О-о-о-о-о-о, ты кто такой? О-о-о, чё за... Погоди, стоп. Что? Чё за кляк? О-о-о, чё за клякса? Слышь? Я опять умер? В смысле, я наткнулся на какую-то кляксу, короче, и я умер. Минуту всего продержался. 68 метров пройдено. Ладно. Погоди. Бог любит троицу. Че за нефтяная тварь? Нефтяное пятно какое-то. Давай-ка еще раз. А что будет, если нам в нее врезаться? Или дотронуться до нее? Ты этой кляксы. Клякса шмлякся. Ну, даже не выговорить. Окей. Ладно, бежим. Бежим дальше. В чем суть игры, я не понимаю. Просто не понимаю. С правой стороны, короче, где-то шумит. Что-то шумит. Что-то... Толчок засорился у кого-то. А мы бежим сюда. Понять бы вообще вот суть, механику. Что нам надо делать? Что нам надо делать при виде вот этой кляксы? Так. Так, не стучать. Не стучать. Ремонта не затеяли, типа. Молотком тут по стенам стучат.
Ладно, окей, бежим, короче, вон туда. В темный проход. Оп, появилась стена. Появилась стена. Короче, когда вырубается свет, я не знаю, надо что-то, наверное, надо делать. Куда-то бежать. Не щелкать лицом, когда происходит какой-то трэш. Бежать, наверное. Это мы стоим, разинув рот. Так, пол поплыл. Окей. Лампочка сдохла. Нужен электрик. Поменяйте лампочку быстро. Мне становится темно дышать. Здесь, короче, вот бежишь прямо, здесь уткнуться в тупик, я думаю, нельзя. Здесь везде, короче, проходы. Во-во-во-во-во-во, погоди. Стоп. Нужно держаться, короче, на свету, наверное, да? Во-во-во-во-во-во, тихо. Кто-то еще рыдает. Ну довольно уже долго бежим, да? Уже рекордик набили вроде. Если это можно так сказать. Так кто ноет-то? Хорош ныть. Слышь? Это нытье, оно все ближе и ближе как-то. И дыхание уже ближе. Тихо. Я не знаю, на эту кляксу нельзя попадаться. Оу. На свет, быстро. Мне нужен чертов свет. Мне нужны чертовы лампы. Чините в конце концов электрику здесь. Так, иди. Вроде как темнее становится, или у меня в глазах темнее. К лампочкам не надо, не разбиваем, пожалуйста, лампочки. Я боюсь находиться в темноте. О май год, тупик. Бегом. В смысле, я был на свету? Что за бред? Я не понимаю, что делать. Не понимаю. 291 метр у нас. 4 минуты, почти 5 минут, короче, продержались. Окей, друзья. Я ни хера не понял, во что я поиграл сейчас. Просто. Ну, кого заинтересовала игрушка, берите, короче, она бесплатная в Steam. И пробуйте, потом можете отписаться в комментариях. Ну вот. Что-то как, может, вы там врубились в нее, и мы попробуем еще раз сыгрануть. Так что пишите свое мнение в комментах под видео. Ставим лайки, подписываемся на канал и группу ВКонтакте. С вами был Валерий. Всем пока.